Медитация «Крест». Порядок пения следующий. О-е-а-о-хо. Крест состоит из четырех лучей. Красного вверх, желтого вниз, голубого влево, фиолетового вправо. Из центра, где расположена звезда, поднимаемся вверх, снова центр, вниз, снова в центр, влево, в центр, вправо, в центр. Такой порядок крещения. Нужно креститься 3 раза. Но чтобы это стало медитацией, нужно креститься 8 раз по 3. Если же здоровье оставляет желать совсем лучшего, то тогда нужно медитировать 77 раз по 3. Желаю вам удачи. Доброго вам здоровья. Сейчас мы с вами будем учиться, как креститься. 2 пальца символизируют 2 глаза. Следя за пальцами, мы будем рисовать крест. Крест начинает рисоваться из центра. Давайте сделаем 3 полных креста. Медитация «Крест». Медитация «Крест» состоит из повторений крещения по 3 креста. Итого получается 8 повторений по 3, 24 креста. Это будет наша длительная медитация. Обратите внимание, что тело потихоньку начинает покачиваться в такт крещению. Это правильно. Это связано с дыханием. Именно покачивание вперед-назад, вперед, в такт дыханию, это и есть признак медитации.
состояние такое, как будто побывал на небесах, честное слово. Попробуйте. Ну, если вам не помогли три креста и восемь крестов, и здоровье у вас оставляет желать лучшего, вам придется повторять крест 77 раз. Я вас уверяю, вам поможет. Как помогало уже 2007 лет всем людям на Земле.